Командир батальона военной полиции Министерства обороны Российской Федерации майор Нумахаджиев Руслан Мухасович. Горец-2. Заместитель начальника центра примирения враждующих сторон города Алеппо, подполковник Крысенов Александр Викторович. В Сирийскую Арабскую Республику мы прибыли в середине декабря прошлого года, а непосредственно в Алеппо мы находимся в 20-х числах прошлого года. Вот эти часа там состав с тобой работает. Я имею. Обстановка в городе Алеппо, а также вблизи него, остается напряженной, но личный состав военной полиции готов выполнить любые поставленные перед ним задачи. Ты, Терек, все, слушай меня. Слушай. Наш батальон укомплектован в основном, большая его составляющая часть – это чеченцы, но также у нас есть другие национальности. Наш батальон, можно сказать, интернационален. У меня в управлении, например, батальона 4 национальности и 4 вероисповедания. Я сам суннит, мусульманин, чеченец. Заместитель мой по работе с личным составом, например, шиит. Также у меня в управлении батальона есть бурят, буддист. Также у меня христиане, православные. От БТРа, куда? БТР дальше? Да, БТР, представляешь? И здесь 2-3 человека. Да. Пусть это никого не смущает, в первую очередь мы все россияне. Потом мы военнослужащие российской армии, а все остальное потом. Непосредственно в городе Алеппо мы находимся в оперативном подчинении центра по примирению враждующих сторон. С этой стороны и вот с этой стороны. Да, вот два пилюля. Никого не пускают, никого. Я один садык, мадык отсюда не прошел. Я принял. При разминировании, когда работает отряд разминирования, наша основная задача обеспечение безопасности самих военнослужащих саперного отряда. Плюс к тому же мы делаем все возможное, прилагаем к этому все усилия, чтобы не пострадало гражданское население. Мы выставляем отцепление, изолируем гражданское население от мест, где проводится разминирование. Как бы нам доверили эту задачу, вот, и мы, уверяю, сделаем все, чтобы выполнить поставленную перед нами задачу. Очень этим гордимся на самом деле. А ты давно в армии? Да нет, не давно. Примерно полтора года, не больше. Жена, дети? Да, есть. Вот людям помогаем. Салам алейкум. Да, налево, право. Эй. Направо? Направо. Пускай уходит. Мы благодарны судьбе, что нам оказано такое доверие, что именно мы представляем здесь Россию, и что нам доверили выполнять от Российской Федерации эту миссию. Мы сегодня здесь представляем, как я понимаю, весь российский народ, чеченский народ. И я думаю, мы с поставленной задачей справимся.
Личный состав военной полиции применяется в боевой обстановке впервые. Считаю, что накопленный боевой опыт будет проанализирован и будет применяться в последующем нашими войсками. Так, а куда едем? Стоять! Да. Вот там машина. Какое первое впечатление у вас о городе осталось? Ну, первое впечатление вообще-то было о неизвестности. В первый раз в таком городе. И не знали, что, где, что, чего ожидать. Вот это вот был начальный период, вот напряженный чуть-чуть. А потом освоились, командование нам проинструктировало все, как есть, какие задачи. Какие еще могут быть впечатления об этом городе? Очень сожалеем, что он разрушен весь. Люди хотят жить мирно, это видно по ним, по самим. Поэтому очень надеемся, что в скором времени здесь все утрясется и все будут жить. Уже все-таки мирно, уже хватит как бы. Вот, очень на это надеемся. Много очень работы нашим саперам, которые днем и ночью, можно сказать, работают здесь. Отдельное им спасибо. Очень страшно выглядит наш город. Старый город, вот в данный момент это мечеть, около 300 лет ему. Все развалено, все разрушено. В данный момент хочется вот определить этих боевиков, как бы показать их действия, которые здесь они вот натворили. Здесь много чего плохого. И дать мирную жизнь мирным сирийцам, гражданам здесь, которые проживают. Да нет, недоверия абсолютно вот к мирным жителям не было. У меня его и не будет никогда, потому что мирные жители ни в чем не виноваты. Но вот так как нас инструктировали, осторожность была всегда, потому что неизвестно, где чего ожидать. Даже первоначально, когда мы прибыли с первого дня, мирные жители настолько к нам вот хорошо относились, там спасибо русы, ну и так далее, понимаете, очень, очень хорошо, дружно встретили все. Пожалуйста. Что? Руками. Ёп! Как это? А, все правильно. Это сейчас сопёров. Это готовое это для того, чтобы поджечь. Да, да. Это, ну да, самодельная граната. Все, отойдите, руками не трогайте это. Да, население очень часто обращается к нам. Основными ими проблемами бывает, конечно, кто-то что-то украл, кто-то кого-то обидел или еще что-то, ну, такого либо характера. Постоянно кто-то жалуется на кого-то. Мы, конечно, решаем эти вопросы через местную полицию. Мы ставим их в известность и, конечно же, требуем от них отчета, что по этому поводу проведено. Самый, Потап, Усмава, блин, смотрите, наблюдайте. Она завелся в любое время. Ты сейчас наступишь куда-нибудь, ну. Да вот сейчас буквально недавно мы обнаружили на улице лежащие два трупа. Да и в подъезде мы нашли два трупа. Что делаем? Сообщаем местным властям, полиции. Прилагаем чтобы все усилия, чтобы они быстренько забрали. Там неважно, боевик он, не боевик он. Главное, в скором времени этот труп начнет разлагаться. Во избежание этого мы требуем, чтобы все это убрали и захоронили. Давай, давай, помогай. Ты давай сюда, с этого возьми, ты его это возьми. Возьми. Это Джабхат Нусра. Джабхат Нусра? Ну все равно, хоть Джабхат Нусра. Он мертвый, он сейчас не человек. Труп. Вонять будет. Понял? Надо похоронить. Окей? Отдавай. Все равно же, блин, хоть даже Джабхат Нусра, они люди. Получилось так, нехорошо у вас страной. Уже знакомо, блин. Понимаешь, вот эта аура для меня уже знакома, блин. Вот эти разбитые дома, запах пороха.
это все не нормально. Это не нормально. Прошли жизнь. Военники записались. Да, у нас есть боевая техника. Это тайфуны на базе КамАЗа и тигры на базе ГАЗа. Пока что она нас не подводила, пока мы довольны. Машина нормальная, хорошо ведет себя. Управление очень удобное, обзор очень хороший, мягкая, камеры, круговой обзор. Задом можно рулить, закрыть, это, несмотря в зеркала, просто по камерам. Очень удобная машина. Да, коробка автомат. Да, в освоении 10 минут, что к чему, так и научились сразу. Назад, давай аккуратно. Так. Товарищ майор, заместитель командира взвода, старшина Абдул-Муслимов. Я желаю. Пошли, показывай. Обеспечение нашего подразделения под жестким контролем нашего командования. Мы каждый день на связи с нашим руководством. Мы ежедневно отчитываемся о проделанной работе, все наши проблемы мы ему озвучиваем, и, как правило, они решаются. Одно из спальных помещений личного состава. Сколько спальных помещений у тебя всего? Два спальных помещения. Иди сюда, заходи. Так, постельную группу получали? Так точно. Меняли? Так точно, 2 дня назад. Все хорошо. Все как надо. Все как... Второе спальных помещений. Так. Помещение отапливается. Топливо получаете своевременно? Так. Жалобы есть у вас? Жалоб никаких нет. Заявление. Никак нет. Все нормально. Рамзан Ахматович Кадыров поставил задачу. Ежедневно мы даем отчеты в Чеченскую Республику про наш быт, про настрой военнослужащих. Пока что у нас все нормально. Вот столовая. Здесь мы принимаем пищу. Повара кто? Повара наши и приданные. Здесь повар. Наши штатные повара? Так точно. Добрый день. Здесь у нас медицинский пункт. Добрый день. Командир батальона военной полиции майор Нумахаджиев. Здравия желаю. Мои люди у вас лечатся иногда, да? Да. Обращений много? Да, нет. Нет, да? Лекарств? Все хватает все у вас? Хватает, все есть. Ну, слава Богу, что все есть. Обращаю внимание, за контроль за личным составом. Есть. Внешний вид. Есть. И несением службы. Есть. Чтобы замечаний, нареканий у нас не было. Помни, что мы военная полиция. Есть. Да. Так, задействуем завтра на спецподготовке, задействуем личный состав, который у нас там размещен. И с севера возьмем личный состав. И здесь проведем. Остальные все на гуманитарном. Для поддержания боевой готовности нашего подразделения мы регулярно проводим тренировки, занятия по тактике специальной подготовки. И для улучшения нашего взаимодействия с местной военной полицией и просто полицией, мы в последнее время начали проводить совместные тренировки, чтобы сблизились наш личный состав и чтобы друг придется вместе поработать. По периметру всего автомобиля, автомобиля находятся камеры. Экраны работают сенсорно. Военнослужащие, которые сидят в данном автомобиле, могут видеть, что творится за бортом. Если гидравлика вышла из строя по каким-либо причинам, есть у нас дверь для быстрой эвакуации. Она открывается ручкой. Все. Военнослужащие начинают эвакуироваться отсюда.
Наша основная задача – это поддержание порядка, охрана обороны военных объектов и обеспечение безопасности. Но если кто-то применит против нас силу, ответ будет адекватным. Отстреливаю, бам-бам-бам-бам-бам. Ты должен двигаться, чтобы я чувствовал тебя. Вот, активно, понял? Вот, идем. Даже можешь толкать меня чуть-чуть. Вот, идем. Я меняю. Магазин! Опа! Развернул. И я уже вижу, куда у меня магазин идет. Вот, я накрыл его. Вставил. Даже я сразу отсюда могу его передернуть. Вот. И навел сразу. Работаю. То есть у этой группы примерно работает, он с ним работает, он должен с ним работать. На колени. Удобно было падать? Вы не задумывайтесь, как бы ни о весе, ни о чем не задумывайтесь, вы просто тупо упали. Благодарю вас за сотрудничество, огромное вам спасибо. Спасибо. Самый запоминающийся самый момент такой, это был при выдаче гуманитарной помощи. Вот. То, что люди на самом деле, по глазам было видно, они очень благодарны, они очень рады. И некоторые выучили русский язык, даже некоторые слова. И когда толпы людей кричали на самом деле «Лав Россия», «Лав Руси», «Лав Руси» и «Спасибо Руси». Вот это на самом деле было очень приятно, и думаю, это каждый из нас запомнит надолго. Самый запоминающийся и приятный момент это был. Больше всего поразило то, что местные жители к нам относятся радушно, приветливо. И я так понимаю, это происходит из-за того, что мы осуществляем реальную поддержку, проводим реальные гуманитарные акции с населением, а не как иностранные государства, только по средствам массовой информации, по газетам. Почему нас отправили сюда? Потому что мы, наверное, близки по вере. По традициям, мы друг друга понимаем. Чеченцы, которые были до нас здесь, в Алеппо и вообще в Сирии, я очень много общаюсь с местным населением, говорю, когда они нас называют шишенами, шишены у них получается это как варвар, как вор, как бандит. Те чеченцы, которые были до нас, они об них отзываются очень с негативной стороны. Но когда они узнают, что мы чеченцы, они удивляются. Они сейчас подходят, здороваются, обнимаются. Это такой позитив создает. Они не знали других чеченцев. Я благодарен своему командованию и нашему руководству Чеченской Республики, что нам предоставили именно этот шанс побывать здесь и исправить эту ошибку. Насколько мне известно, подразделение военной полиции других иностранных государств занимается охраной и обороной военных баз. В данном случае мы выполняем более широкий спектр задач. В город начали возвращаться мирные жители. При этом они не могут получить первую доврачебную медицинскую помощь. В связи с этим наши госпиталя осуществляют выезд медицинских бригад и разворачивают медицинские пункты для оказания первой помощи. При этом подразделения военной полиции обеспечивают безопасность
медиков и гражданского населения, которые приходят в данном случае для получения первой медицинской помощи. جينا أول شيء مشان إنه مرضانين نحن مشان يعالجونا ويعطونا أدوية وعب يعطونا أدوية وكله تمام الأمور كلها الحمد لله كلها تمام الحمد لله والأدوية متوفرة وكل شيء متوفر. شو الوضع هون عندكم السكن والحياة؟ السكن كتير كويس بس منا الماي والكهرباء إن شاء الله تتوفر بس الماي والكهرباء وكتير كويس الأكل فيه وخبز فيه وغاز يأمنونا كمان شوية جرات غاز كمان كل الأمور إن شاء الله تمام إن شاء الله إن شاء الله شكرا. Операция реконструктивная. Она должна месяц лежать в больнице, иссекается рубец, гипс накладывается, чтобы нога не сгибалась. С военными врачами. Больше всего запоминающееся здесь в Сирии у меня это разрушение. Хотя разрушение я видел и до этого, но вот это мировое наследие. Вот в данный момент мы находимся в цитадели. Здесь, когда заходишь, создается такая аура. Аура средневековья, древности. Себя чувствуешь таким каким-то воином средневековым. Это надо быть до такой степени варваром, чтобы это все разрушить. Недавно работали в старом городе. Там непередаваемая красота. Узкие улицы, все уложено, так красиво сделано. Я это видел в первый раз в своей жизни. Но как это можно так все это разрушить, я не понимаю. Это наследие надо было беречь. Беречь веками. Тот, кто это делал, я не понимаю, кто он такой. Я не знаю, сколько продлится у меня здесь командировка. Я имею в целом нашего подразделения. Но когда мы отсюда уйдем, я хотел бы, чтобы у местного населения осталось впечатление такое, что в Чечне у них есть братья. Так что с нами Всевышний и правда с нами. Да, вот, Оля.